Напутственные слова, перерезание красной ленты и громкие аплодисменты. В Бобруйске открывается 4-й магазин «Маяк». В продуктовом дискаунтере представлено свыше 1500 наименований товаров повседневного спроса. От хлеба и молока до бытовой химии и кухонных полотенец. У нас все распределено. И зона фруктов встречает, и молочный отдел в изобилии. Колбасная продукция. Ну, в нашем магазине, я думаю, что любой покупатель найдет для себя тот товар, который ему нужен. В дискаунтере нет привычных акций и скидок на отдельные группы товаров, так как на весь ассортимент изначально выставлена максимально низкая цена. Для удобства покупателей предусмотрены широкие проходы между рядами. Это позволяет комфортно передвигаться с тележкой. Площадь торгового зала 267 квадратов. Мы готовы к открытию новых магазинов формата «Маяк» как в Бобруйске, так и в Осиповичах и в близлежащих городах. Все будет зависеть от всех площадок, которые на текущий момент имеются в аренду. Поэтому мы готовы входить в новые микрорайоны, открывать новые магазины, создавать новые рабочие места и быть востребованными у покупателей, жителей города Бобруйска. В «Маяке» можно выгодно закупиться бакалеей. Гречка стоит 2 рубля 99 копеек, рис – рубль 69, овсяная крупа – рубль 25, спагетти твердых сортов – 2,29. Здесь же можно недорого купить консервированную кукурузу. За нее просят рубль 89. Горошек на 10 копеек дешевле, плюс широкий ассортимент чая, кофе, напитков и сладостей. В магазине представлен огромный выбор молочной продукции. Большая часть белорусская. Обезжиренный творог из горок обойдется всего в 99 копеек. Цена за 180 грамм. В дискаунтере также большой выбор замороженной продукции, хлебобулочных изделий, фруктов, овощей и средств личной гигиены. Удобно здесь закупаться впрок. Многие товары выставлены на поддонах и палетах. Доступные цены привлекают не только обычных покупателей, но и владельцев небольших магазинов. Дешевле, чем в других магазинах, оно как бы вот так. Рекомендуете бобруйчанам сюда прийти? Обязательно. Обязательно. Более те, кто рядышком живет, это просто магазин-находка. Ну вот смотрю, дешевая вроде как колбаса. Стараюсь, понравилось. Я думаю, что магазин должен прижиться, потому что и частный сектор рядом, и как бы общежитие, и здесь дома. Может быть, уже его посещали просто в других местах? Да, да, я вон там на рынке, там так мне нравится этот магазин. Я туда постоянно ездила за продуктами. Новый «Маяк» на Гоголя 189 работает ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Еще один продуктовый дискаунтер в скором времени откроется и на Ковзана 62. Посетить магазины и сети можно и в других частях города. Адреса на ваших экранах. Спешите, количество товаров может быть ограничено. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.